лето – это пляж, море, выходные. Ты же просто летом постоянно работаешь, учишься. Ну, нужно отходить от этого. Рабочих дней, от учебы – это же все-таки лето. И нужно выезжать на природу вместе с друзьями, брать палатки, брать мангалы, мясо, море, и, мясо ехать, и ехать жарить. И слушать крутую музыку. Благодаря фестивалю Браслав люди уже ждут нетерпением, что скоро произойдет это чудо, волшебство, когда люди начнут быть одним целым, и какой-то позитив, какие-то эмоции переполняют будут каждого человека. А я даже не представляю, как пойдут себя люди. Это будет, наверное, полное безумие. Все сойдут с ума. Что там будет твориться? Сколько сцен? Вода, солнце, пляж. Невероятное ощущение. Где-то за городом. Take a look at how I'm doing. There's only so much to get me through the day. Ну, а я с удовольствием напоминаю, друзья, что уже в ближайшую субботу, совсем-совсем скоро, нас ждет грандиозное событие, фестиваль Viva Braslav. Нас ждет только максимум полезного, интересного и красивого. Обязательно приходите. Большое спасибо за такой горячий прием, это здорово, когда на открытом воздухе собирается такое большое количество людей, все танцуют, все кайфуют и все веселятся. На самом деле я очень рад, что у нас наконец-то начали проводить фестиваль такого формата на природе, на озере. Я думаю, что всем любителям электронной музыки, и, наверное, даже не только электронной музыки, просто стоит выйти из дома, да, приехать сюда и получать удовольствие, наслаждаться очень красивыми видами и очень классно организованным мероприятием. Всем спасибо и до встречи на Viva Braslav. Hey, my name is Julien Calor, and I just played at Viva Braslav Festival, and it was really fun. The atmosphere is really great. There are a lot of people going nuts on my music, and I suggest that you come to these festivals because it's a lot of fun. You know, all the people coming together, listening to cool music that make them happy, and yeah, I'd like to be in the crowd too right now. So I hope to see you. What's up, everyone? Sick individuals in the house, all the way from Amsterdam. The first time here in Belarus, Viva Braslav. We loved it. Absolutely amazing. All the people came out. It was packed.
We saw everyone smiling, everyone jumping, so much energy. Yeah, it was like a 3-hour flight and 4 hours in the car. So we're like, and then we were here and everyone was jumping and now. Just it magic. Worth it. Yeah, it was just so magic. Great. Yeah, it was great. Thank you guys so much. Thank you. Друзья, выбирайтесь из дома, приходите на самые крутейшие фестивали. Мы очень рады делиться всеми этими потрясающими эмоциями, когда вокруг отличный воздух, отличная атмосфера, отличные люди и море позитива. Мы ждем вас и будем очень рады всех видеть. Друзья, мы хотим услышать каждого, кто сегодня вместе с нами на одной волне. Белорусы с нами! Друзья, всем огромный привет, мы Матис Садко, мы сегодня на фестивале Viva Braslav, и нам хочется сказать, что мы здесь круто проводим время сегодня, но это искренне, это действительно искренне. Да, это не наигранно, потому что на самом деле, оглянитесь, вокруг здесь можно найти все, и супер крутой фестиваль, и пляж, и я думаю, что и рыбалка здесь отличная, и вообще давай уже, может быть, останемся. Я с удовольствием. Недельку еще в Браслове проведем. Я предлагаю, Viva Braslav, мы следующий год делаем фестиваль уже не один день, а неделю. И мы обязательно приедем. Огромное спасибо за такой праздник. Встретимся